Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Mercedes-Benz отзывает в нашей стране почти 1700 автомобилей Sprinter, проданных дилерами с лета 2018 года по февраль 2020. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. В качестве причины указывается вероятность перетирания тормозных шлангов, что приведет, разумеется, к утечке тормозной жидкости. Сервисы должны провести бесплатную проверку и устранить причину возможной неисправности. Трасса 101. На парковках могут появиться места для беременных женщин и многодетных детей. С такой инициативой выступил один из депутатов Госдумы. Парламентарий говорит, что у упомянутых категорий водителей зачастую много времени уходит на то, чтобы найти на стоянке свободное место, и это доставляет им огромную физическую и психологическую нагрузку. Свои мысли народный избранник изложил в письме, отправленном руководству ГИБДД. Трасса 101. Какие автомобили покупают россияне в качестве первой машины? В основном подержанные, говорится в исследовании компании «Авито». Новым является только каждое пятое авто. Более половины опрошенных заявили, что первым автомобилем у них была наша марка. Наиболее распространенная цена – до 300 тысяч рублей. Что касается возраста, в котором покупается первая машина, то на первом месте вариант от 21 года до 35 лет. Трасса 101. А Горьковский автозавод представил электрическую «Газель», которую собираются запускать в серию. Машина весом почти 5 тонн и грузоподъемностью 2,5 тонны оснащена электродвигателем на 136 лошадиных сил. При полностью заряженном аккумуляторе можно проехать 120 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. При желании в авто уместится дополнительный комплект батарей, что увеличит запас хода почти в два раза. Трасса 101. Вот цена. Таксистам придется сводить татуировки, если они имеются на открытых частях тела. Такое решение приняли власти одного из крупных китайских городов. С чего бы вдруг? Оказывается, в последнее время на татуированных извозчиков поступает много жалоб от женщин и других впечатлительных пассажиров, мол, наколки их очень пугают. Сами таксисты впали в ступор. Кое-кто начал прикидывать, где взять денег на сведение тату у хирурга. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.